Всем привет! Кубик с вами. Сегодня мы отправляемся в Таиири Гордж. Погнали! Смотрите, куда мы приехали! Это железнодорожный вокзал Данидина, потому что сейчас мы поедем на поезде. Здание вокзала было открыто в 1906 году и является одним из самых фотографируемых в Новой Зеландии. Круто! Купили билетики, идемте на посадку. Сейчас поедем. Погнали! Круто в туннеле, а всего их будет 12 штук. This girl went to town at night, she got blinded by the fancy lights, realize. Поскольку мы находимся в холодной части страны, даже в поезде есть обогреватели. Очередной тоннель. А тут прям на поезде через тайгу. Чем дальше ехали, тем круче виды открывались. Цвета напоминают осень, но это такая весна здесь. Мостам здесь уже по 100 лет каждому. Можно было попить чая или кофе и съесть вкусное пирожное.
Приехали обратно. Крутое путешествие. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь с друзьями и до новых встреч. Пока! The light has made the dawn.